В тот день, когда явится, иншаллах, мы молим Всевышнего Аллаха о скорейшем возвращении имама Махди, алейхиссалям. В тот день, когда явится имам Махди, многие его не узнают, многие его не признают. И причиной всего этого будет то, что человек до прихода, до явления имама, он не готовился к этому. То есть быть готовым, это прежде всего нужно начать с познания. Жить идеей имама Хусейна, алейхиссаляма. Жить и умереть ради тех ценностей, для возрождения которых погиб мученической смертью имам Хусейн, алейхиссалям.